а мы в эпицентре модных событий. Сегодня нас ждет показ белорусских и итальянских дизайнеров. Как принято сейчас говорить, модная коллаборация. Пойдемте посмотрим. У нас в показе участвует 26 моделей, у каждой минимум по два выхода. И поэтому для того, чтобы и дизайнер помнил, и модель помнила, какая у нее одежда, какой у нее выход, вот такая раскладочка всегда существует. Сколько секунд уходит на переодевание? От 30 до минуты. Это, знаете, побыстрее даже, чем солдаты, пожалуй, будет. Спасибо вам большое, удачи в показе. Люда, в этот раз новая коллаборация уже не просто с итальянскими дизайнерами, а с итальянскими дизайнерами, да еще и с белорусским текстилем. Ну, согласись, Аня, это же замечательно, когда итальянцы не просто работают с нашим, но еще и восхищаются этим. Неужели мы зря переоборудовали свой комвольный комбинат? Надо выдавать продукты. И сейчас мы выдаем не просто ткани, мы еще хотим выдать хороший дизайн. Поэтому на комволе открылась студия дизайна. И вот первыми поработали мы как раз с ребятами Фабиани, которые поучаствовали вот в создании этой коллекции. Плюс привезли свою обувь. Это их первый сезон, это их первый показ. И я очень рада, что первый показ нового поколения клана Фабиани состоится в Минске. Название предприятия «Комволь» ассоциируется с чем-то таким традиционным, может быть, даже советским. А тут такой вау, модная коллекция, итальянские дизайнеры, модный белорусский дизайнер. Слушайте, это классно, по-моему. По-моему, тоже. Я понимаю вашу ассоциацию с «Комволем», но «Комволь» на сегодняшний момент – это другой «Комволь». Завершена была модернизация в 2016 году, совершенно другая продукция выходит. Вы сегодня убедитесь в этом. Сотрудничество с Людмилой Лобковой – это не первый наш проект с ней, но на таком уровне, наверное, да. Плюс Джорджо Фабиани был у нас на предприятии, он впечатлен, поэтому все будет хорошо. Джорджо, это ваша не первая работа совместная с Людмилой. Почему снова Беларусь, снова Людмила? Когда мы говорим о Беларуси, Беларусь у меня в сердце. Не потому, что я работаю с Людмилой, а просто Беларусь у меня осталась в сердце. В этот раз, насколько я знаю, вы работаете вместе с сыновьями. Чья это была инициатива, ваша или все-таки ваших сыновей? В Италии есть традиция, все дела приходят от отца к сыну. В этом случае было не так, потому что мои сыновья делали все, что хотели. У них страсть к футболу, у них много других интересов. Но для меня было бы огромным сюрпризом, когда они захотели продолжить вот это дело, продолжить в мире обуви, в мире моды. Насколько я знаю, вы, ребята, посотрудничали с дизайн-студией одного из белорусских очень известных предприятий текстильных. Да, это правда, мы начали сотрудничество вот с такой компанией, это колоссальное такое предприятие, настолько все автоматизировано, и для нас это очень было большим сюрпризом увидеть все это. Парадоксальменто un mondo nuovo. Специальный проводник в мир моды Анна Квилория специально для проекта «Включайся».